В администрации города прошло очередное заседание Совета народных депутатов. Обсуждали вопросы экономики и социальной сферы. Наш город сегодня развивается благодаря участию в 29 целевых программах областного и федерального значения. Самыми крупными по финансированию остаются программы по благоустройству города, ремонту автомобильных дорог и улучшению жилищных условий горожан. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда построены 17 двухквартирных жилых домов для 34 семей, на что было выделено 36 миллионов рублей средств областного бюджета и 2 миллиона из городского бюджета. За 2012 год были освоены средства около 18 миллионов. На строительство дороги домам переселенцев в новый микрорайон Гвардейский было направлено 55 миллионов. Из них 53 средства федерального и областного бюджета по программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства объектов Российской Федерации». В отчетном году было освоено около 20 миллионов. По программе доступности дошкольного, среднего и дополнительного образования в прошлом году было выделено 107 миллионов рублей, которые полностью израсходованы. Продолжается участие города в областной программе по энергосбережению, которая предполагает замену оконных блоков в детских садах. По всем дошкольным учреждениям у нас составлены сметы по замене окон, направлены в центр Тамбовского энергосбережения, но на сегодняшний момент пока не утверждены суммы, какие будут выделены, рассказываем, на 2013 год. Но работа будет продолжена. В прошлом году по программе энергосбережения дошкольным учреждениям было выделено более 6 миллионов рублей. На этот год средства пока не поступили. В целом динамика социально-экономического развития города по всем направлениям является положительной. По результатам оценки эффективности деятельности администрации город Рассказово занимает вторые и третьи места в рейтинге муниципалитетов области.